Компания Food Service предлагает вашему вниманию аппарат для формирования Churros Хрумтик. Churros – это сладкая обжаренная выпечка из заварного теста, имеющая в сечении вид многоконечной звезды. Аппарат для Churros Хрумтик – простой, недорогой и надежный вариант для производства качественного продукта. Имеет производительность до 3 кг в минуту. Аппарат для Churros Хрумтик изготовлен из нержавеющей стали, имеет механический привод поршня и съемные фильеры. Аппарат необходимо закрепить на рабочем столе с помощью 4 винтов. Основание крепления накрывает декоративная крышка. В механизм вращения поршня устанавливается ручка и фиксируется гаечным ключом. Бункер имеет цилиндрическую форму с внутренним диаметром 110 мм и высотой 285 мм. Рассчитан на загрузку почти 3,5 кг теста. Для того, чтобы снять бункер, необходимо поднять поршень до упора. Придерживая ручку, извлекаем бункер по направляющим и заполняем его тестом. Порядок установки бункера с тестом происходит таким же образом в обратном порядке. Аппарат комплектуется одной фильерой на 3 звездочки. Дополнительно можно приобрести фильеры на 1 и 4 звезды. Фильера вставляется в бункер на дно и прижимается тестом. При необходимости легко меняется. Печенье Churros формируется сразу во фритюрницу для дальнейшей обжарки в масле. В описании под видео вы найдете ссылку на чебуречницы и фритюрницы, которые можно использовать для этого. После обжарки готовое изделие посыпают сахарной пудрой или поливают шоколадом для подачи покупателю. Подытожим преимущества аппарата для формирования Churros Хрумтик. Легкая загрузка бункера, простая смена фильер, быстрая очистка бункера и фильеры, недорогая рецептура теста, возможность формирования сразу 3 потоков теста производится в Украине. Компания Food Service предлагает большой выбор оборудования для фастфуда. Вы всегда сможете подобрать у нас подходящий именно вам вариант. Мы находимся по адресу: город Киев, улица Полковника Шутова, 9А. В описании под этим видео вы найдете ссылку на подробные технические характеристики и описание товара. Ставьте лайк, подписывайтесь и жмите колокольчик.